Чемодан я уже собрала, это компьютер, вещи по минимуму, шампунь, косметику. Папа, и все. Давай, это потому что вот ты мне одежду не одел. Я вот за него. Ой, ты мой бедня. Скорее, скорее одеваем. Мы сегодня едем в Киев. Что там будет? Динозавриков я буду рассказывать. А ты все знаешь про динозавров? Ты готов? Да, готов. Нам папка докупил сегодня бизнес. Первый раз в жизни. Давай досмотрим то, что ты первый раз смотрел. Мне интересно было. Следующие из трубки подува. И давайте жрец в салоне самолета. Папка Винчкер. Это на глаза, чтобы спать. Через некоторое время до взлета, пожалуйста, застегните из-за сентября безопасности. Устройте свои гигиенические артикальные, сложите столики. Уберите все мобильные телефоны и другие электронные устройства, переведите в режим полет или полностью выключены. Это что? Если ваше устройство повреждено, перегревается или из него идет дым, немедленно сообщите об этом подпроводникам. Курить на борту самолета категорически запрещено. Можно зубы пойти почистить? Нам какую-то вкусняшку принесли, это закуски такие. Нет, давай ты с этого начинать не будешь. Сначала, а мне вот такой вот сыр. Сына, давай я с тобой сыром поделюсь, на. Он вкусный. А что ты хочешь? Ему еще принесли запеканочку вкусную. А это мой завтрак. Омлет такой. Клим ест только круассан. Клим даже носочки и штанишки снял. Мы приземляемся. Во что я там? Знаю. Это как игра называется? Вязать и маиску. Маиску манить. Манить. Еще что тут есть? Даже кондиционер есть. Еще тут высоко, высоко, превысоко. И весь город видно, да? Да. Ну, не весь, правда. Но здесь прикольно. Да. И номер ну, большой. Доставай из своего чемодана компьютер. Будем смотреть динозаврика. Давай, доставай. Мы сейчас с тобой в магазин сходим. Смотри, вот туалет тут, в принципе, такой же. В магазин. А вот тут мы будем спать, посмотри. Вот тут мы будем спать. Это номер люкс, да? Да. Мы сейчас собираемся сходить перекусить. Нам номер очень нравится. По крайней мере, знаете, меня порадовало то, что здесь есть раковина. В прошлый раз я вечно бегала, все мыла в ванну. Страшила. Пойдем, сына, я хочу перекусить. Ты хочешь? Да. Ну, пойдем. Сейчас. И что-нибудь купим. Арбузика, например. Того, как в прошлый раз. Мне понравилось. Я хочу его опять. А ну-ка скажи, куда ты пришел? Куда-то в хату. Да. Мы вот что взяли, салатики, клим вареньки с мясом. Хотя для меня это пельмени. Вот сначала это, а потом то. Я тут лопаю инжир, это нереально вкусно. У нас он не продается. Я хотя бы тут его наемся, сейчас съем, еще пойду куплю. У меня там еще 3 осталось. Мы с Климом только что поспали целых 2 часа, да? Мама, ну давай будем играться. Ну хорошо, давай. Мы тут играем с нашими динозаврами. Что-то мне захотелось поплавать в воде. Ну, вы меня отпустите ненадолго? Посмотри, прыгай. О, иди на них. Ты со мной захотел поплавать? Да, но не хотел. На, мама, играй. О, друг! Динамит. Привет! Что-то здесь много слишком хищников голодных. Посмотри, какой у меня скейтборд! Ух ты ж! Динонихи любят скейтборды. Это отличная идея. На, покатайся! Спасибо, что уступил. Ю-ху!
О! Что это хороший котик? Да. Вкусно. О, это самойский бот! Мы сейчас приехали кататься на фуникулёре. Что? С нами Милана. На котиках покатаемся. Да, покатаемся сейчас на всё. Мы решили новый. Мы решили подождать, потому что вот этот фуникулёр полный. Представляете, не одни мы такие, кто хочет покататься. Ну что, не страшно тебе? Не быстро? Лев, ну что ты там, видно что-нибудь красивое? Да. Он сам едет. Клим, ты что, поражен, что ли? Да. Только не надо губами прислоняться, ладно? Здесь очень красивая музыка всегда играет, мне нравится. Клим, красивая музыка? Блин, у меня копеек нет. Это вот Михайловский собор. Очень красивый. Мы нашли каштановое дерево, мое любимое, но ни одного каштана пока не свалилось. Я обожаю каштаны. Я тоже обожаю. Да? У нас с тобой вкусы совпадают, да? Да. Сада, суп и сада. Это наш с Климатькой вкусный ужин.